Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Итак, сегодня мы снова готовим для диеты Дюкан. И это будет белая рыба, запеченная в омлетной заливке с лучком, петрушечкой и маринованная в лимонном соке. Итак, какие же продукты нам понадобятся? Я беру 2 белка и 1 желток, 1 среднюю луковицу, половинку лайма, вот такой вот пучок петрушки. И у меня здесь 3 филе рыбы хек. И по весу это 150 грамм. Также я возьму немножко соли и сушеный укроп. Ну и мне понадобится вот такая вот форма для моей запеканочки. Ну и приступаем к приготовлению. Рыбку нарезаем вот такими кубиками, посыпаем укропом и выдавливаем сок половины лимона. И оставляем мариноваться примерно на пару часиков. Луковичку нарезаю тоненькими-тоненькими полукольцами. И петрушечку тоже измельчаю очень мелко. В мисочку вбиваю одно яйцо и добавляю один белочек. Второй желточек вон у меня в стороночке. Также добавлю сейчас совсем немножко соли и все это размешаю венчиком. Ну вот, прошло около 2 часов, даже не стала я дожидаться 2 часа. Яичная заливка у меня готова. И что мы сейчас будем делать? Вот я беру тонко нарезанный лук и укладываю полностью поверх рыбы, так, чтобы рыбка была закрыта лучком. Вот так вот выглядит у меня запеканочка. И сейчас я буду сюда заливать вот так вот тоже по всей формочке яичную заливку. Повторяю, 2 белка и 1 желточек. И поверх вот этой заливочки выкладываю петрушечку. Ну и теперь разогреваю духовку до 200 градусов и ставлю запеканку примерно на 30-35 минут. Ну и вот конечный результат. Прошло полчасика, и моя запеканочка готова. Аромат стоит просто бесподобный. Всем желаю приятного аппетита и приятного похудения. Ну и как всегда, до новых встреч на моей кухне.